Технические термины «короткая» или «длинная вода» означают длину бассейна в 25 или 50 метров, где проходят соревнования. В чемпионатах мира по плаванию на короткой воде всегда блистают спортсмены, специализирующиеся на плавании именно в 25-метровых бассейнах. Но видновчанин Евгений Рылов нарушил эту традицию. Впервые принимая участие в чемпионате по плаванию на короткой воде, Евгений Рылов завоевал 3 золотых медали на дистанциях 50 и 200 метров на спине и в составе мужской российской команды в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Сейчас пока что, да, я справился, но это не так подается. Тренировки с каждым годом усложняются. Также Рылов стал серебряным призером в 2 эстафетах вольным стилем и обладателем бронзы, также принимая участие в составе команды в 2 эстафетах. В общей сложности 7 медалей появились в копилке российской команды благодаря Евгению. Я тренеру сказал, ты должен находиться там, потому что ребята возьмут золото. Вы по 4 месяца тренируетесь на короткой воде у нас дома. Конечно, не сомневалась. Не сомневалась. Даже думала больше золота, но ничего, нужно было на одно больше. Еще один воспитанник бассейна «Дельфин» – видовчанин Игорь Гирев. Дважды стал серебряным призером и обновил один из рекордов Европы. Мы в общем зачете оказались после Америки. Впереди у нас еще длинная вода. Вот сейчас мы начнем подготовку, чтобы в следующий раз им не проехать. Тренировки у пловцов в новом году начнутся уже 5 января. А в июле 2019 года в Корее пройдет 18-й чемпионат мира по водным видам спорта. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.